Сейчас же в моде это, коммерческая скорая помощь. У американцев слезали. У них как? Леди и джентльмены, если у вас что-то кольнуло или ёкнуло, немедленно вызывайте экстренную скорую помощь. Запомнить номер очень легко. 911. Приедем, отрежем. Наши переняли. Товарищи, если вы чувствуете недомогание, немедленно вызывайте коммерческую скорую помощь. Запомнить номер очень легко. 8 гудок. 902-654-3740. Для абонента. Нет, знаете, у нас, чтобы болеть, надо иметь лошадиное здоровье. Тут что-то надо было мне врачей обойти. Дали на руки этот бегунок. Захожу с ним в поликлинику, налево глянул. Как у немцев в войну. Регистратура. Направо, очень удобно, тут же бюро ритуальных услуг. На двери табличка. Постоянным клиентам скидки. Но, думаю, направо я всегда успею. Иду налево, дохожу до окошка, говорю: мне бы талончик на сегодня. Ласковый женский голос отвечает: мужик, ну написано, только на завтра. Так помру я до завтра, может быть. Но тогда и талончик тебе ни к чему. Иди направо, там без очереди. Но талончик на сегодня все-таки взял. Иду по коридору, наблюдаю картину. Медсестра, рядом пациент, дедушка. Дедушка говорит: деточка, слушай, а когда же меня же отсюда выпишут? Сестрица шутит: когда кардиограмма распрямится. По-черному шутят. Я в этом на себе убедился. Зашел делать рентгеновский снимок. Врачиха говорит: мужчина, наберите воздуху в груди и не дышите. Включаю. Включила, ушла чай пить. Но я знал, что рентген сокращает жизнь. Ну что настолько? Захожу потом со снимком к терапевту, он смотрит. Говорит: парень, извини, а тебе сколько лет? Я перепугался, говорю: 28 будет. Не будет, парень, не будет. А хирурги, это все. Захожу в кабинет, сидит за столиком. Градусником чай размешивает. В кабинете играет любимая песня. Привыкли руки к топорам. А навстречу выходит папа с мальчиком. И мальчик говорит: пап, а как правильно пишется хирург? Через Е или через И? Папа ответил очень мудро. Он сказал: запомни, сынок, если хороший, такое ощущение, что у нас каждый врач у себя свою болезнь найдет. Я хирургу в шутку говорю: что-то у меня глаза болят. Он мне: значит, вы мой пациент. Это ж все от ног. Говорю: какая связь, где глаза, где ноги? Он: ха-ха-ха-ха. Но есть же связь между ногами и горлом. Ноги промочите, горло не работает. А горло промочите... Так и здесь. Вы когда по земле ходите, вы на ноги наступаете? Я говорю: ну, бывает иногда. Вот, земля на них давит, глаза и вылезают. Вылетают хирурга. Кто там последний? Стоматолог. А стоматологи – это же самые суеверные люди на свете. Все время говорят: сплюньте. Выдернули, говорят: вот ваш зуб. Говорю: спасибо. А вот ручки от вашего кресла. Медики, знаете, как шутят? Здоровых людей вообще нет. Есть недообследованные. А в народе говорят: чтобы меньше болеть, надо больше смеяться. Вот мы смеемся, потому что, как говорится, лучше синица в руках, чем под кроватью утка.